Добрый вечер. Добрый вечер. Тань, мы сейчас посмотрели фрагмент, кажется, из первого твоего актерского опыта. Это была серия 1999, дело называлось. Да, но это уже вообще-то был как бы второй опыт, потому что первый был тоже в «Ментах», чуть раньше, буквально год назад. Вот, называлась серия «Отпуск для героев». А ты Снегурочку играла вот в... Дело 1999. Скажи, ну у тебя же там, кажется, даже приковывали наручниками. Да, приковывали. Тебе было понравилось? Весело. Мне понравилось. О, уля-ля. Какие подробности. Я вам покажу Снегурочку. В общем, давайте вспомним то время и послушаем песню, далекое, которая звучала... В серии «Отпуск для героев». Волны от пристани, быстры они и легки. Берег все дальше и издали, светят его огоньки. В мир, где печали кончаются, белый плывет теплоход. В мир, где надежды сбываются, нас на борту он несет. В южную звездную ночь направляясь, за горизонтом бесследно теряясь, по морю синему белый плывет теплоход. Он покидает свой край, чтобы где-то в звездном пути накануне рассвета за горизонтом догнать уходящее лето. Кружится ветер над волнами, чайки кричат за кормой, сердце волненьем наполнено, путь обозначен звездой. Пусть превращается в прошлое берег застывший вдали, пусть нас одно лишь хорошее ждет вдалеке от земли. В южную звездную ночь направляясь, за горизонтом бесследно теряясь, по морю синему белый плывет теплоход. Он покидает свой край, чтобы где-то в звездном пути накануне рассвета за горизонтом догнать уходящее лето. Я щелю.